Художественная гимнастика. Она не стоит на месте, а продолжает усложняться и обогащаться трудными элементами. Сегодняшним гимнасткам доступны упражнения, которые еще вчера считались уникальными и были под силу лишь чемпионам. Это процесс постоянный, и именно он определяет развитие этого вида спорта. Параллельно с техникой исполнения возрастает и значение красоты линий, выразительности и артистизма. Вот так протекает у новичков знакомство с предметом. Первый тайм-аут. Необходимо срочно посовещаться. Почему лента такая непослушная? Что ты будешь делать? Опять не получается. Но пройдет время, и эти юные спортсменки станут мастерами. И будут вот так же выполнять махи, круги, спирали, броски, сочетаемые с прыжками, поворотами, равновесиями. Впрочем, нет, не так. А еще лучше. В упражнениях с лентой специфические элементы – это махи и круги. Они исполняются в лицевой, горизонтальной и боковой плоскостях. При этом нужно помнить, что лента должна быть постоянно натянутой. В боковой плоскости махи выполняются прямой рукой, поэтому амплитуда движений максимальна. Посмотрите. В горизонтальной плоскости махи выполняются слегка согнутой рукой. Важный технический элемент в упражнениях с лентой – передача ее из руки в руку. При передаче одна кисть накладывается на другую. Делать это следует быстро и слитно, иначе нарушится рисунок. В зависимости от амплитуды и радиуса вращения, махи и круги бывают большими, средними, малыми. Круги в боковой плоскости чаще всего сочетаются с выполнением различных равновесий. Вертикальным шпагатом с захватом ноги, отметим его четкую фиксацию. Задним с наклоном, обратите внимание на точность движения. И высокими прыжками. Здесь нужно отметить пластику. А теперь посмотрим на выполнение больших кругов
в лицевой плоскости, связанных с высоко далекими прыжками через ленту. Типичные разновидности махов и кругов – восьмерки. Они подразделяются на горизонтальные, вертикальные, малые, средние и большие. Большие выполняются движением в плечевом суставе, средние – предплечьем и кистью, малые требуют хорошей подвижности в лучезапястном суставе. Восьмерки выписываются в разных плоскостях, но независимо от этого, обе их половины должны быть одинаковы. Многократные махи и круги называются змейками и спиралями. Слегка согните локоть, рука расслаблена. Палочка упирается в ладонь у основания большого пальца, а указательный является как бы ее продолжением. Кисть работает активно. Змейки бывают горизонтальными. В этом случае зубцы орнамента выстраиваются параллельно полу. И вертикальными. Зубцы выстраиваются перпендикулярно. А сейчас спортсменка выполняет в сочетании с поворотом на 360 градусов вертикальную спираль. Здесь важно сохранить рисунок. Это достигается за счет активной работы кисти. Локоть согнут. Выполняя горизонтальную спираль в сочетании с равновесием, нужно не забывать, что рисунок должен охватывать всю ленту. Ее витки располагаются горизонтально. Работа предметом усложняет сохранение равновесия. Теперь перед нами спираль по полу с прыжками через нее. Ее витки должны быть одинаковы по величине. Это горизонтальная спираль. Посмотрите, как лента послушно собралась в пружину. Отметим легкость, с какой гимнастка выполняет упражнение. Вариант спирали в хвате за ленту часто служит подготовкой к броску. Такой хват у основания палочки помогает создать хороший спиральный рисунок и правильно выполнить бросок. Всегда хочется видеть что-то новое. И в последние годы упражнения с лентой обогатились бросками. Это повысило техническую сложность, и новичкам приходится туговато. Освоение бросков начинается с проводки по движению.
Затем фиксируются позы, в которые выпускается лента. Броски бывают малыми, без передачи, или с передачей из руки в руку, перед собой, за головой, за спиной. Средние броски выполняются хватом за конец палочки с последующей ловлей также за палочку. В них могут вводиться полуакробатические элементы. Они временно нарушают зрительный контроль, а это значительно усложняет упражнение. Выполнение больших, высоких или высокодалеких бросков вызывает наибольшую трудность. Она заключается в точном расчете силы броска и введении какого-либо элемента без предмета. А это так называемые поточные броски. Они выполняются последовательно. Теперь подробно разберем технику выполнения больших бросков, в которых выделяются несколько фаз. Захват ленты у основания. Замах. Выпуск. Свободный полет ленты. Изготовка к ловле. Ловля за палочку. Перевод в последующее движение. Разнообразие и сложность бросковых элементов определяется и способом ловли. Важно точно оценить траекторию полета предмета и правильно выбрать зону падения. Напомним, что ловля за ленту у основания палочки позволяет выполнять поточные броски. Еще один вариант – бросок с возвратом палочки, рывковым движением. Чтобы избежать ошибок, нужно, контролируя полет ленты, дать ей максимально вытянуться и, резко дернув за конец ленты, вернуть палочку. Упражнение с лентой можно выполнять в парах, тройках и шестерках. Передачи и переброски – один из основных элементов парных и групповых упражнений. Здесь каждая задача решается коллективно. Это требует от гимнасток умения выполнять движения в одном темпо-ритме, стремясь к полной синхронности, как движения без предмета, так и рисунков, выписываемых лентой. А будущие чемпионы, между тем, уже отрабатывают технику в экзерсисах. На первом этапе осваиваются элементы школы, простейшие махи, круги, змейки, спирали в статических положениях. Затем с небольшим перемещением в сочетании с простейшими движениями без предмета.
На втором этапе осваиваются все разновидности движений лентой в единстве с базовыми элементами беспредмета, равновесиями, поворотами, прыжками. После этого отрабатываются броски. Этюдная работа. Учебные комбинации с определенным образным содержанием в строгом единстве с музыкой. Именно в этюдах воспитывается артистичность спортсменок, вырабатывается выразительность движений и поз. Этюды отражают не только ритмическое, но и эмоциональное содержание музыкального произведения. Наконец, упражнение классификационной программы. Это итог большой и напряженной работы на тренировках. Минимальные нарушения орнамента, создаваемого лентой, щелчок при выполнении махов и кругов, касание тела наказываются в 0,1 балла. А вот запутывание, падение ленты, и оценка снижается на 3,4 балла. Слагаемые победы – это виртуозность, риск и цельность композиции.